Журнал «Выбирай» представляет фильм зимнего итальянского киносезона. Официальное заявление. В этом году ноги заявителя не будет в летнем лагере Баден-Рацер, именуемом также итальянским Гуантанамо. Скажи хоть, куда едешь? В Марокко. Мы едем в Эссаура. На фестиваль музыки Генуа. Что ты смеешься? Правильно, Гнауа. Твой сын в Марокко. В Марокко? Ты поедешь и привезешь сына обратно. Валерия, я в Марокко не поеду. Что вы натворили? Где Ясмина? Чего ты орешь? При чем здесь мы? Я не идиот. Где моя сестра? Хочешь гашиш? Нет, спасибо, не надо. А девочку? Что? Девочку. Красивая девочка, всего 1000 евро. Я ищу парня в Рифе. Парня? Парень есть. Такой пацанчик. Пальчики оближешь. Я сына ищу, понимаешь? Что он сказал? Если моя сестра не девственница, пеняй на себя. Что? Вы с ума сошли? Ничего себе перспективка. Отец с марокканкой, мать с буддистом. Вот это семейка. Смотрите остросюжетную комедию «Приключения итальянцев в Марокко» в программе «Зимний итальянский киносезон».